Я думаю, что это чушь, что этого не будет, потому что должники по ЖКХ – это миллионы людей. Кроме того, это люди, как правило, бедные. У нас чудовищные по масштабам наших зарплат расходы на ЖКХ. Они во много раз ниже, чем на Западе. Но учитывая абсолютный нищенский размер пенсии, например, и так далее, это очень много. И люди, миллионы людей не платят. Поэтому осудить эти миллионы нельзя. Я думаю, что власть побоится это делать, и это такие страшилки и пугалки. А вот почему во время выборов ни один из так называемых кандидатов в мэра Москвы не предложил очевидный лозунг «За счет снижения коррупции добьюсь того, что я буду давать субсидии по ЖКХ, и таким образом вернемся хотя бы на какое-то время к старым ценам». Вот почему такого лозунга не было, я не понимаю, это говорит вам только о глупости кандидатов. Например, вы боретесь с коррупцией, от этого никому ни тепло и ни холодно, на словах боретесь. А вот вы предложите такой лозунг, что благодаря снижению коррупционных расходов в московской мэрии, например, освободившиеся деньги направим на субсидии малообеспеченным людям по выплате расходов на ЖКХ. Вот это был бы лозунг. Но это так, к слову. А в принципе, я думаю, что судов таких не будет, потому что это вызовет страшное возмущение в обществе. Это вам не Пусси Райт, это вам не гомосексуалисты, не Ходорковский. Это вызовет жуткое возмущение именно среди тех бедных слоев населения, которые поддерживают власть.